И еще об одном подарке, который получила многодетная семья из Славянского района. Представители фонда «Кубаньдорбезопасность» и госавтоинспекции в рамках акции «Автокресло детям» подарили детское удерживающее устройство супругам Башмаковым. Супруги Башмаковы – многодетные родители. Они воспитывают 4 детей. И приобретение детского автокресла ощутимо бы сказалось на семейном бюджете. Представители фонда «Кубаньдорбезопасность» и госавтоинспекции в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения» и акции «Автокресло детям» решили помочь родителям позаботиться о жизни их детей. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма является одной из приоритетных задач деятельности госавтоинспекции. Самой актуальной проблемой в этом направлении является нарушение правил перевозки детей в салоне автомобиля. Уважаемые родители, не пренебрегайте, не забывайте о безопасности ваших детей в автомобиле. Помните, что штатные ремни безопасности предназначены для взрослых, а для детей существуют детские удерживающие устройства, которые должны соответствовать росту и весу ребенка. Подаренное автокресло универсальное. От рождения до самой школы будет обеспечивать безопасность маленького пассажира в автомобиле. Счастливые родители не скрывали радости, ведь такой подарок пришелся кстати. Спасибо большое вам за помощь. Мы очень рады этому и очень благодарны вам. Участники акции пожелали семье здоровья и напомнили, что только родители могут побеспокоиться о жизни своих детей. Ведь даже самые крепкие руки любящей матери не смогут надежно защитить ребенка от травм при аварии. Анна Монастыренко, Георгий Калинин. Программа «События».